проснулись, не знаю, сколько время, но я расческу забыла, только-только встала. Ночью было холодно в машине, да, зайчик? Мы хрели друг друга с Виталинкой, муж вообще мерз на улице, на раскладушке. Он там каремат подстилал. Слава богу, что я ему взяла плед укрыться. Холодно сейчас. Вот. Так что утречка у нас. Сейчас проснусь. Чуть-чуть приведу себя в порядок, как смогу. И буду это кашу гречневую варить. Потом попозже шашлычок будет в обед где-то. Позвоним детям, чтобы приехали. Договоримся, во сколько. Шашлычок поставим. Вот. Виталинка еще спит. Так, уже не спит, но еще гоняет. Я ее сверху еще своей курткой укрыла. Класс. Вот классно в доме своем утром проснулся. Птички поют. Я бы, наверное, рано бы просыпалась, если бы жила в частном доме. Начинается новый день, а мне сейчас надо вам выложить предыдущий влог. Солнышко проснулось, пошло к папе. И никому только проснулись, сразу прибежала. Я сижу в трусах и в лифчике. Сейчас переодеваться буду в купальник. Солнце вышло, жарко. Сейчас будем кашу варить гречневую. Так, я уже в купальнике, он меня без шлейф, поэтому так вот, типа голая, видите. Вот, короче, сейчас пойду, расческу забуду. Капец. Ладно, расчешусь ногтями, зачем еще ногти людям даны. Пойду, сейчас будем кашку варить гречневую. Солнышко уже припекает, я тут сижу, мне, кстати, я педикюр сделала, почистила ногти. Теперь у меня там надо подпилить и вытереть лаки, новые накрасить. Так, частями. Шиворот на выворот, да. Задом наперед. Что такое, Ника? Вот. Кони у нас так... таких еще 10 коней будет. Да? Вот таких 10 коней? Ну, разных. Хорошо. А палка одна будет? Нет, я же говорила. Те же палки все тяжелые. Так, а где твои очки? Рюкзаки. Давай, одевай. Все, пошла гречку готовить. А то там уже, наверное, мясо сейчас завоняется. Что там звенело у нас? Что звенело? Мне кажется, что-то большое. Не знаю. Все, будем сюда только на рыбалку ездить. Что ты? Все, с моря приедем, будем каждые выходные на ночевке по 2 дня сидеть. Потому что далеко. Ого. Что там? Ого. Ты далеко. Ты видишь? Тихо. Ого. Тихо. Знаешь, какая это? Класс. И сорвалась. И само отцепилась. И сорвалась. Что? Ну, хорошо, что ты так вытянул потихонечку. Так, что у нас здесь? Здесь у нас гречка. Такая вот со сметанкой. Вот. Будем сейчас кушать. Ходила, соль просила.
забыли. Все, давай, Виталина. Ни минуты покоя. Почему? Я сейчас только голову снимаю. Ничего? Ничего. Ну и сторожила хозяина. Спи, спи, спи. Сразу легла мне так. Ну, кто рыбу ловил всю ночь? Вскочила, слышишь, перевернулась и спит дальше. Сразу легла. Хорошо, скажи, не жарко. Ах, мухи только мешают, или что там, или трава. Так, сейчас буду складывать в багажнике там постель. Вот мне написала подписчица. Я прям счастлива. Предложила мне клетку для хомячка. И если все сегодня будет ок, я поеду, заберу. Если успеем просто сегодня. Потому что уже 3 часа, а детей еще не было. Поэтому не знаю, успеем ли ехать, по-моему, на Харьковский, если не ошибаюсь. Вот. И... Господи, все лицо в пыли. Вот, надо еще домой заехать. Ну, вы же поняли, да? Завтра мы на лошадь едем. Ну, если сегодня не получится, то напишу на завтра. Очень клетка нам нужна, потому что я, наверное, жучку пересажу в эту новую клетку. Вот. Того хомяка в эту маленькую пока посажу. Вот, посмотрим. Может, мы их даже не будем вместе в одной клетке держать. Так, ладно. Буду сейчас багажник складывать. Так, так багажник наш выглядит. Ну, спать прям не супер было удобно, но все же. Ну, холодно было сегодня. Можно было, конечно, завести машину, но не стали этого делать. Так, мне моя задача сейчас все сложить. Вещи в сумку. Одеяло все в кульки, подушки в кульки. Вот. И муж потом разложит сюда сиденье вперед. Подубираем багажник. И, наверное, поедет, детей встретит с этого. Господи. Ну, короче, здесь поедет, чтобы они по природе не шли, по жаре. У меня куртка вот эта такая вообще очень классная. Типа, боже, кто там орёт? Типа, как военная, не знаю, очень мне нравится. Вероничка, когда ты ее себе брала, она же, видите, аж 52 размера. Ну, она, наверное, меньше идет. Вот, но она такая большенькая, типа оверсайз, и дочка хотела ее выкинуть или на дачу, я забрала. Тут натуральная хлопковая ткань. Короче,
все, сейчас буду складывать. Слушай, надо уже все приводить в порядок. И будем шашлычок жарить. Да нет, это ж, я так поняла, та женщина ищет. Так, короче, муж поехал, собаку смотрим, такую какое-то объявление расклеила, что потерялась овчарка. Муж поехал детей забирать, я устала трошки. Как сложила багажник. Вот, ну, то сама сложила, теперь я знаю, как он складывается. Вот. Женщина очень много рыбы ловит. Покажу. Женщина прям в сапогах, вот эти в бродах она. Сапоги-броды называются. Вот в розовой футболке, а он там на заднем плане овчарка. Вот. Тоже соседи рыбы ловят. Нормально тут сегодня наловили таких подлящиков или густеров. Очень муж поехал за детьми. Сейчас их привезет, будем жарить шашлык. Вот. За клеткой, боюсь, не успею сегодня. Я, наверное, сейчас одену футболку, ой, платье, потому что приедет дочка с мальчиком со своим. А, я в купальнике, в спиннингах. Ой, тебя показала чуть-чуть. Вот. Ладно. Будем сейчас кушать вкусненько. Так, ты специально тут угоцаешь? Классно. День сегодня пролетел вообще. Проснулись рано. И я не знаю, почему он так быстро пролетел. Да, дочь? Классно вообще. На ночевке. Я бы даже еще осталась на денек. Ой, ушко отклеилось. Кайф. Это же кайф. Небо красивое. Такое голубое, голубое. Собака за мячиком плавает. Как она тут мячик берет, слышь? Мячик, как она его берет? Он, наверное, тоже ползет. Или это с ручкой какой-то, как вот это прыгунец, типа? Да, 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 да. Прикольная шутка. Или это специально для собак? У нас Ника спит, как убитая. Даже не обратила внимания, что муж уехал на машине. Я уже прям переживаю, может, приболела. Садок не порви этот. Долинка, ушко отпало. А ты что, дрова подбрасываешь? Не надо, зайка. Не подбрасывай. Сейчас мангал, может быть, надо будет. Шашлычок готов. Сейчас колбаски. Талинка на коне. Уже собираемся. Там же там муж дособирается сам. Ловили рыбки. Короче, не знаю, сейчас еще это. Сын говорит, что клетка маленькая, такая, как у нас. Ну, которую подписчица дает нам. Вот. Но, короче, сейчас посмотрим. Я сейчас домой приеду, померяю. Мы сегодня все равно уже не успеваем. Если что, завтра уже отпишусь ей тогда, если не подойдет. Круто. На коне. Вот. Так что удовольствие сегодня получили, да? Классно провели время. Дома не были целую вечность. Так, такую рыбу наловили, большую, тут пару маленьких. Если бы я взяла лук, морковку и картошку, можно было пушицу сварить. Вот эту мелкую навар, а крупную порезать. Ну, короче, классная рыбка получилась, очень толстенькая, жирненькая. Вот это будет вкусная таранка. Наверное, тараночку засолю. Вот. Так что, вкусняшка у нас.
Очень классно, очень рада. И я ловила, и там карасики, кстати, есть и судачок вот небольшой. Короче, такое. Все, влог завтра продолжу. Так что завтра увидимся снова. Галинку искупала, сейчас сама пойду в душ. Сейчас муж моется, потом я пойду в душ. Хочу постель поменять быстренько. Все, всем пока, до завтра. Сейчас открыла окно полностью, хочу потрусить. Это подкладываем старенькое такое покрывало под простынь. На диван стелим, потом только простынь стелим. Не знаю, мне не нравится стелить простынь сразу на диван. Как-то некомфортно спать. И ерзает она больше, и пачкается она быстрее. Как-то мне, не знаю, не нравится. Ночной город наш. Там центр. И сыночек опять в центр просится на ночь. Сейчас придет переодеваться и в центр. Так, сейчас я хочу потрусить и покажу вам сейчас красоту. Во-первых, тут уже вот-вот скоро роза будет. Вот. Во-вторых, смотрите, всего лишь сутки нас не было, и тут цветок пустил, зацвел розовым. Я думаю, завтра, послезавтра распустится. Чудо! Этот такой же, только, по-моему, белым цветет. Но у этого тоньше, а у этого такие более плоские. Вот. Так что цветет. Все цветет у меня. Красота. Этот тоже молоденький попускал. Вообще разрастались. Класс. Ну что у нас, утро второго дня. Доброе утро. Я жарю блинчики с черникой. Первое, видите, делала вот так вот с одной стороны. Только и потом переворачивала и жарилась. Но оно, естественно, лопается. А вторые я просто тестом еще дополнительным накрыла. Посмотрим, как лучше. Такие мини-пирожки, да, быстрые получаются. Все, сейчас быстро жарю, иду в душ и едем на лошадь. Так, ну что, мы приехали кататься на лошадях, вернее, Виталинка. Уж пошел ее отводить, и мы сейчас Нику выгуляем. Ника, ко мне рядом быть. Далеко не идти. Иди сюда, Ника. Ой, блин, тапочек выпал. А мы сейчас с мужем поедем на рынок. Вот, купим какой-то фрукты, наверное. Вареники. Все обещаю сделать. Сегодня как обещалкина. Или сегодня, или завтра налеплю вареников. Вот. Платье, видите, какой цвет? Морской волны типа. У меня такой зеленый конкретный, как и кофта моя. Как и футболка. И цвета, видите, как изменяются. Написала только что подписчице за клетку. Я, к сожалению, очень хотела клеточка. Красивая такая, но вчера дома померила, она абсолютно как наша. Вот, поэтому, ну, как бы мне нет смысла абсолютно одинаковую клетку брать. Я просто хотела больше. А я хочу жучку пересадить в эту большую клетку. А старого, нового хомяка в эту маленькую пока, чтобы он адаптировался. Ну, а потом посмотрим. Просто у меня есть мысль или жучку с этим крысой посадить в одну клетку, или потом двух хомяков вместе. Поэтому пока вот так вот. К сожалению, неудобно получилось. Я вчера прям написала 100% да, потому что клеточка мне очень понравилась. Вот, ну как бы... Если бы у меня это и не было, я бы взяла. А так одинаковые мне как бы... Ну, я изначально хотела большую. Вот, и задалась целью искать большую клетку. Так, ждем мужа сейчас и едем на рынок, на виноградарь. Вот. А потом посмотрим. Потом покажу покупочки. Вам пойдем, наверное, на пляж. А это все не может никак начухать. Ну, у нас, во-первых, всегда после туалета вытирается, вот это вот катается. Но это не глисты, нет у нее глистов. Вот, у нас есть другая проблема, геморрой, поэтому
ни железы, ни глисты. Вот так вот чухаемся. Плюс она сейчас еще и линяет. Вот. А ты не можешь. А ей вот это по кайфу в лесу. Тут все колюченькое. Почесаться. Ты бы спину лучше почухала. Ничего, уже чуть-чуть осталось. Поедем на море. На море собака себя вообще супер чувствует. У нее все пропадает. И аллергия, и выпадение шерсти останавливается. И все супер. Она себя чувствует. Обожает она загорать на море. Вот. Скорее всего, что и вода на нее благотворно влияет, морская. Вот так. Я пока мужа подожду, понаслаждаюсь птичками, тишиной и дуновением ветерка. Вот. Посижу пока в машине. Иди ко мне, Ник. Ой, обалдею. Иди ко мне. Иди сюда. Вперед. Ко мне, Ник. Не хочет. Виталика ждет. Ладно, поотдыхаю, посижу, покайфую. Сейчас люк открыть хочу. Ой. Наверное, сейчас заведу машину, открою люк. О, кайф. О. Иди ко мне. Иди сюда. Ко мне. Ника, ко мне. Дурку стоит. Иди ко мне. Эта команда ко мне отработать очень сложно. Надо заняться, как-то все время нету. Надо заняться воспитанием собаки. Забыла команду ко мне. Не знаю, у кого бульдоги. У меня бульдог. У нас Ника особенно, она сложно дрессируемая. Она сначала занимаешься с ней, она делает команды, а потом она это все как-то сходит на нет у нее. Ну, хоть подходить стала, не бояться, а то раньше кругами бегала. Вообще специфическая с детства собака, если честно. И по питанию, и по воспитанию. Очень сложно. У нас всегда были собаки, но это такая первая собака специфическая, которую ругать нельзя, наказывать нельзя. Короче, очень сложно, да? Кушает ужасно. Иди ко мне. Ко мне иди. Все уже. Не пойду. Из-за того, что Виталик ушел. Так, ладно, жду Виталиночку, когда она поедет. Ну, я так поняла, муж ждет, когда там лошадей оденут. И когда они выедут, и мы поедем на базар. А потом поедем за ней, приедем и поедем на пляж к нам. Скорее всего. Хочу сегодня ногу запечь индюшиную. В планах у меня, по крайней мере, на вечер. Если ничего не изменится. Мужу давно уже замариновала, лежит. Надо запечь ее. Сегодня как раз воскресенье. Надо. Еще шашлык остался вчерашний. Ну, кстати, немного. Сначала так много осталось, а потом по чуть-чуть. Еще Артурчик там съел пару кусочков. Это Артур, кстати. Кстати, да, не ночевал дома, потому что он просился гулять. Сначала они думали в центр поедут, потом они решили поехать в этот... остаться на Оболоне всю ночь гулять. Он хотел больше на Оболоне у нас на набережке. Потому что он говорит, я домой приду часа в 3-4, а так надо до 6, пока метро не начнет ходить. Он такси не хочет тратить. И я ему говорю, давай я тебя плачу, тоже не хочет. Короче говоря, таки в центр они поехали. Вот. Ну, там у нас есть кафешка такая, возле которой можно танцевать бесплатно. На Подоле. Вот. И где они там были? Я не знаю. На Труханов остров ходили. Короче, лазили. Вот. Ну, главное, что их много было. Не стрёмно. Все едут на велосипедах и смотрят на меня. Как на зоопарке.
Вот, так что пришел он где-то в 6:30, я открыла ему дверь. Вот, слава богу, все нормально. Ну, слава богу, что он мне каждые 2 часа ночью звонил. Это самое основное, что он звонил каждые 2 часа, и я спокойно могла хоть по 2 часа поспать. Я его послушала и дальше засыпала спокойно, что все окей. А то, знаете, когда он не звонит, вот так вот проще всего, если дети у вас старшие гуляют, чтобы сами звонили. Потому что если... Ника, иди сюда! Если самим звонить, то это вы вскакиваете, начинаете звонить, и уже у вас кипиш, пока он трубку возьмет, вы нервничаете. А так он сам позвонил, сказал: мам, все нормально, я там-то, все, мы гуляем. И вы спите спокойно. Вот, буду так всегда его просить делать. Все, короче, рассказала вам. Ждем Виталинку и едем на рынок. Все, вы поехали? Привет! Кто тебе позвонишь? Пока ждем Виталинку, нашла яблоню. Сейчас собираю яблочек в лесу, здесь вкусных. Ну, маленькие. Для разнообразия. У нас сад был когда-то. Все, короче, давай. Клюк яблок насобирала. Сейчас животным отнесу. Покормлю лошадей да козла. Там, а что зря валяются на полу, попадали. В лесу. Сад, наверное, когда-то был. Может, дома там были или что такое. Вот. Собирали. Сейчас отдам и себе кулечек домой. Собрали таких, ну, не знаю, кушать, не кушать. Там пару яблок съели так в охотку. Вот, там сразу. А то, может, компотик просто добавлю, да и все. Не люблю, когда пропадает. Зря. Там и шелковица. Вот еще одна яблоня пошли. Мы там и орехи. Ну, орехи какие-то, не знаю, длинные какие-то, такие липкие. О, Кисюлька, привет. Короче, сейчас в конюшню зайду. Устала. Пока по базару полазили. Короче, сейчас приедем домой, покажу покупки. Привет, дети. Дети, привет. Сейчас мама вас покормит. Нет, покупочки из базара. А шо Артур спит до сих пор? Так, купили мы 0,5 кило красной смородины. Килограмм малины, чуть больше. 1,5 килограмма черники. Килограмм смородины. Смородина по 50, черника по 100, малина по 90 и поречка по 40. Сельпо 99, свинину кило 3,5 килограмма. Вишню по 50 гривен килограмм, 0,5 кило. И персики по 35. Такие вот. Так, в сельпо брали вот такие сосиски. Буржуй. Обиделся. Да? Ты обиделся? Что тебя не позвали? А? Сыр взяла. Что-то он горьковатый. На, в холодильник ложи. Да, что видео не снимаю. Обиделся? Так иди сюда. Вот такие вот по 99, по-моему, схожу еще куплю хорошие. На, ложи. По 99? Да. Это здорово. Вот и ценный. Шо-шо? Откроешь свой канал? Так все штука и ждут. Давай, открывай.
Короче, две сметаны по скидке в Сельпо и творожок для Виталика. Для Виталика творожок. На. Помоги мне поразлаживать, дочь. Так. Фу, что там воняет? В холодильнике или что? Иди повесь там на мойке. Ой, на... Короче, ты подняла. Ты сняла сметану? Да. Помидоры. Булки, которые мы съели по дороге с сосисками. Это лесные яблоки нас собирали. Сейчас компот сварю. Что ты полный так сидишь, как будто... Что тут еще? Тут еще у нас по 5 гривен кукуруза, 7 кочанов. Там базилик, укроп и мята, и баклажаны. Все. Повесьте вот тут в коридоре. Виталик, мне надо крючок, чтобы ты прикрутил. Так, приготовила компот. Тут яблоки, черника, смородина, красная, черная и малина. Так вот. Вкусняшка. И он такой насыщенный получился. Я кипячу воду, наверное, разбавлю его еще водичкой. Очень насыщенный. О, червячок. Так, очередной шашлык. Сейчас буду мариновать это на море. Компот, кстати, убежал. Сейчас пойдем на пляж. Так, буду готовить голень индюка. Замариновала несколько дней назад. Вам показывала, что... Зачем выше? Не надо. Короче, маринуйте в чем хотите, но я еще добавляю всегда чуть-чуть уксуса, либо лимонного сока и... Обязательно масло подсолнечное. Ставлю ногу сейчас запекаться. И картошечку сейчас почищу сюда. Просто целенькую ее тоже в приправках в масле замариную и сюда подброшу. Такой ужин будет у нас. Секунду. Через переводчик можно общаться.